Что ж, не думал я, что вернусь на канал. Всем привет, дорогие друзья, вы на моем канале Фурис. Это Age of History 2, мод White Victory. Сегодня это у нас будет обзор на такой замечательный мод. Если что, эта версия мода есть только у меня и у создателя мода. Ну и вроде бы там еще у пару людей. То есть, эту версию нам предоставили в качестве одной рубрики, для одной рубрики в новом центре моддинга. Я являюсь там редактором, и я и веду передачу, или, блядь, даже не знаю, как это описать, короче, ICPV. Вот так вот оно называется, да. Там мы, можно сказать, проходим аутску в текстовом виде. Люди решают, по какому плану нам пойти. Мы еще, конечно, не начали делать, но я решил начать снимать ролик обзора. Давайте с вами начнем. Первое, это у нас интерфейс. Интерфейс выглядит довольно хорошо, то есть мне он нравится. Здесь есть кастомные названия, то есть вместо играть бей красных, пока побелеют. Вот, редактор, ну, в принципе, стандартно. Иконка. И карта. Карта темная, и мне это нравится. Она, в принципе, выглядит круто, и я нигде такое еще не видел. Давайте с вами начнем. Загрузить старый момент, продолжить бить красных, пойти бить красных. Прекрасно. Тип карта, он здесь один. Первый сценарий, это у нас эра милитаристов с событиями. События мы с вами чуть позже посмотрим. Вот, есть портреты. Портреты довольно качественные, мне они нравятся, интерфейс тоже. Но так как White Victory сначала делался для, как бы это сейчас странно не звучало, для андроида, а потом был перенесен на ПК, то сразу можно понять, почему вот такие кнопки. Сори за кашель. Окей, белая победа. Это уже основной сценарий, 1 января, 36-й год. 36-й год, я уже запинаюсь, и о да. Российское государство, Алексей Колчак, Александр Колчак. Кастомные паровки есть, это уже плюс, как бы, вроде бы разраб смотрел мой гайд, да и вообще многие в моддинге уже смотрели мой гайд и делали паровки в своих модах. Да, пацаны, я рад был слышать после выпуска этого ролика от людей то, что они теперь могут нормально делать свои моды. Ладно, значит, что у нас здесь есть? Третий рейх, усатый чубрик, которого я осуждаю. Адольф Гитлер, Колчак. Портреты, опять же, повторюсь, они здесь охрененные. Ничего не скажешь, член. Да, просто член. Ну, я не знаю, как это объяснить. Член Совета Лиги Наций. Здесь есть у нас Лига Наций, да. Ладно, в принципе, цветовая гамма мне нравится. Темное море. Очень все классно выглядит. То есть, сори за лаги, это просто когда у меня аутска во всю карту, то тогда уже лагает. В принципе, неплохо. Давайте с вами что? Посмотрим сам геймплей. Давайте с вами сядем за российское государство. Сложности. Обер-офицер есть, да, император. Ну, я ставлю обычно сержанта. Обычный, скорость игры. Ну, и, в принципе, да, тогда. Ну, и плюс-минус 30 ставлю агрессивность и, чтобы они хотя бы что-то делали. Нажимаем играть и переходим уже в саму игру. Воу, как же все красиво выглядит, блин. Вот это, да, немного криво, возможно, но это уже у меня разрешение, либо же это сама игра кривая. Но все равно выглядит охеренно, и я ни в одном моде особо это не видел. Ну, еще и вроде бы есть в World Crisis. Так, давайте с вами расформируем армию, я уже забыл, как это делается. Вот это охеренно, почему ты не на фронту? Я хз, меня не призывают. Вот так вот, очки. Блин, все сделано, ну, взято из хойки, но выглядит прям все охеренно, то есть... Рубль! Это реально рубль? Да, это реально рубль. Вау, мне это нравится. Так, давайте с вами все вкачаем в доход от производства, да, наверное? Да, это же, наверное, база Sick Edition.
сама карта Tick Edition с кастомными пробками, поэтому здесь доход от производства до хера, что дает. Окей, давайте с вами пропустим ход. Сейчас у нас все прогрузит, естественно. АОЦКА была бы не АОЦКА, если бы все так долго не прогружало. Так, и ивент. После начавшейся красной революции, красного, ну, я не буду это читать, мы это будем, нихера себе, мы это будем с вами читать, когда я буду делать прохождение в этом моде. Если вы хотите прохождение, то комментарии всегда открыты, да. Кстати, пацаны, подписывайтесь на мой телеграм-канал прямо сейчас, там я буду рассказывать о своей жизни, о новых роликах и как делаются новые ролики. Россия станет великой. Опять же, Александр Колчак. Опять же, все до хера. Это плюс. Угу. А здесь есть Минск? Да, есть Минск. Вау, это просто взрыв мозга. Я в такой проработанный мод прям не играл. Я про интерфейс, он реально здесь охеренный. А если считать, что половина из этого было все сделано на андроиде, это вообще, это... Уоу. Некоторые крупные моды даже этого сделать сейчас не могут нахер. Вот. Угу, интересно. До хера ивентов. Мне это нравится. Выбор военной доктрины. Вау. Доктрина, ага. Угу. Доктрина обороны, доктрина зачистки. Маневренной войны. Давайте маневренной войны выберем. Выберем. Мне, в принципе, сейчас насрать, что выбирать. Мне просто хочется посмотреть мод. А, да, типы правительств. Самое главное, забыли. Слава богу, здесь нету кода Blood Europe. Вау! Подождите, я просто сейчас приближу к экрану, так как все мелкое. Центризм. Вау, это охеренно. Ну да, все нельзя сменить, так как деньги есть, но смена правительства запрещена. Это даже в каком-то плане плюс, то есть надо двигаться по ивентам. И мне это нравится. Дохерища правительств, тип правительств, я надеюсь, все они будут задействованы в ивентах. Вот, очень на это надеюсь, по крайней мере, практически все. Так, что? Давайте сейчас с вами выйдем, да? Посмотрим с вами ивенты, зайдем в редактор, создать сценарий. Белая победа, да, пацаны? Сначала посмотрим белую победу, самый основной сценарий, потом эру милитаристов, установить события. Здесь все делаются через файлы игры, в чем плюс. Я, кстати, делал тоже на это гайд, пацаны, кто хочет научиться быстро делать ивенты, плейлист на канале. Дохерища ивентов, я могу сказать. И все они до 40-го года. Ну, я насколько сейчас слышу, ну, насколько я следил за группой, вроде бы продолжают делать ивенты, и это самая последняя версия, которая есть только у нескольких людей. То есть она не в открытом доступе, поэтому 40 до 40 года. Ну, в принципе, ивентов до хера. В некоторых модах даже стальки ивентов нету. Да, потому что многие даже их не делают. Что очень сильно печально и как бы неприятно. Поэтому, пацаны, всегда прорабатывайте свой мод, да, и делайте ивенты, да. Вау, ну меня это поражает, очень большое количество, мне прям нравится. То есть, за кого поиграть, то есть, за Россию, за Третий Рейх, за Испанию я там видел. То есть, реально, будет круто поиграть. Эра милитаристов. Одно событие. Ладно, я не буду это даже никак реагировать. Ой, я это сохранил, блядь, случайно. Ничего не поломал, надеюсь. Ладно. Что мы еще обозревали в модах, пацаны? Я просто очень давно в АОЦКУ не играл, примерно как раз таки месяц, может даже, не два, ладно, тут я уже переборщил. Возможно, полтора месяца я не играл в АОЦКУ, поэтому я, возможно, уже все забыл. Вот. Обязательно напишите в комментах, что я пропустил, если что-то пропускаю. Вроде бы ничего особо не пропускаю, да, я... Тип правительства, все есть, да, все посмотрели. Ну вот. Ну что я могу сказать? Это насколько у нас сейчас было? 9 минут. И такой короткий обзор, я даже не знаю, монтировать это или нет. Думаю, даже смысла нету, то есть я люблю делать летсплеи. Что ж, дорогие друзья, как бы я вернулся, я постараюсь сделать в ближайшее время ролики. У меня
меня были свои просто личные проблемы в жизни, по которым я не мог делать ролики. Сори за голос, я немного приболел. Что по поводу мода White Victory? Это охереннейший мод, который я реально посоветую всем поиграть. Мне он реально зашел, кастомный курсор, я только сейчас это заметил. Просто мод прекраснейший. Подписывайтесь на мой ТГ-канал, да, то есть ссылочку я буду оставлять в описании теперь под каждым роликом. Вот, что еще? Заходите в мой DS-сервер, на котором нет почти онлайна, никто не переписывается. Но все равно заходите, там я публикую уведомления о новых роликах, да. Вы были на канале Фурис. Всем удачи, всем пока!